Приветствую вас. Совершенно очевидно, что речь идет о неком подавлении. То есть вы себя подавляете, вы подавляете себе что-то. Вот, и, соответственно, это не дает вам получать удовольствие от жизни. То есть вот то, что вы стали, это вот некое давление, да, некое давление, некая такая вот тяжесть, как будто что-то инородное, да, что-то не ваше, условно говоря, находится именно в вас. И, соответственно, да, конечно, вам очень тяжело здесь по-другому и быть, в принципе, не может. Вот, но я, наверное, должен вам сказать, что это скорее хорошо, чем плохо. Вот. То, что вы испытываете тяжесть, вот, потому что если бы вы тяжесть не испытывали, то, наверное, вы никогда бы для себя и не поняли, не ощутили бы того, что у вас есть определенного рода, ну, проблемы, определенного рода трудности, определенного рода сложности, скажем так. А благодаря тому, что вы чувствуете, вы знаете, что у вас есть вот такая проблема. Нужно только за нее как следует взяться и поработать с этим, вот, поисследовать это, вот, и тогда, я думаю, потихонечку ситуация нормализуется у вас, но она могла бы, потихонечку ситуация могла бы нормализоваться, вот, на мой взгляд, по крайней мере. Другой вопрос, хотите ли вы этого, то есть другой вопрос, хотите ли вы реально, чтобы в вашей жизни что-то изменилось, вот, хотите ли вы этого? Я не говорю, что вы не хотите, просто, на мой взгляд, очень важно определить, что вы хотите. Вот. Если вам тяжело, если вам трудно, то на вас, ну, совершенно очевидно, что-то давит, и если на вас что-то давит, то нужно поисследовать, посмотреть, что именно. Вот. Грубо говоря, найти причину того, что с вами происходит, увидеть ее, раскрыть ее, если угодно. И тогда ситуация будет весьма проще. Вот. Ну, для нас ситуация будет проще.
гораздо проще. Вот, если вы решите ей заняться. Конечно, конечно же. Вот. Вот примерно, примерно, наверное, примерно так, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. То есть необходимо увидеть, что конкретно вас подавляет. Вот. Если мы увидим, что конкретно вас подавляет, то я думаю, ситуация станет лучше. Гораздо лучше. И справляться, как вы говорите, с этим, ну, наверное, вам не придется, потому что в этом не будет необходимости по причине того, что вы раскроете просто как бы свои чувства, и вам не нужно будет пытаться справиться. Ну вот, с какими-то вещами, да, вместо этого вы просто сможете лучше себя понять. Вот, я думаю, это так лучше, чем, ну, чем пытаться справляться с какими-то, ну, с какими-то моментами в себе. Вот, потому что справляюсь, вы, в общем-то, занимаетесь тем, что еще больше подавляете себя, а в этом ничего хорошего нет. Вот. Такой вот ответ я могу вам дать на данный момент. Это все на данный момент. Это все. Вот. Дополнительно, чтобы дополнительно ответить, нужно больше информации о вас. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго и удачи.